Перед официальной частью предприниматели вместе с чиновниками посадили 5 молодых деревьев на улице Маршала Неделина. Эта акция стала уже традиционной. Она символизирует деловое сотрудничество органов власти и частного бизнеса. Посадку деревьев контролировала экологическая организация. Сегодня проходит акция по посадке деревьев, продолжение аллеи предпринимателей. Администрация предложила нам принять участие. Это большая честь для нас. Мы очень долго, уже больше 10 лет сотрудничаем с администрацией Одинцовского района, поэтому друг друга знаем. Соответственно, посадили деревья, сейчас на этом не закончится посадка, потому что самое главное, это нужно еще провести ряд мероприятий для того, чтобы деревья выросли до большого состояния. День российского предпринимательства отмечается с 2007 года. Однако в Одинцовском районе бизнесменов стали поздравлять еще до того, как праздник приобрел официальный статус. В Одинцовском районе этот праздник появился несколько раньше, а именно в 2005 году. И именно в мае месяце начали впервые отмечать День предпринимателя. Получается, что сегодня своеобразный юбилей. Ровно 10 лет, как в Одинцовском районе отмечается этот праздник. На торжественной церемонии глава Одинцовского района Андрей Иванов наградил и поблагодарил добросовестных предпринимателей за качественную и усердную работу на благо Одинцовского района. Все вы энергичные, инициативные, созидательные люди. И благодаря вашим усилиям ездят поезда, взлетают самолеты, строится жилье, собираются автомобили. Благодаря вам выращивается рожь, и на полках магазинов появляются товары. 23 мая состоялось еще одно событие, посвященное Дню предпринимателей – футбольный матч. В нем участвовали команды администрации района, общественной палаты, молодежного парламента и предпринимателей. Кубок за первое место капитану команды предпринимателей Одинцовского муниципального района Лебедеву Евгению Ивановичу. В ходе церемонии были вручены награды от местных торгово-промышленной и общественной палат. В Одинцовском районе предпринимательскую деятельность осуществляют около 6500 юридических лиц и почти 9500 индивидуальных предпринимателей. На время праздника холл гостиницы превратился в площадку для диалога, где бизнесмены могли представить свои проекты, обменяться опытом и поделиться идеями. Сегодня предприниматели все увидели друг друга, пообщались друг с другом, обменялись новыми идеями креативными, которые у них присутствуют, рассказали о опытах своих работ. И мы видим выставки, обмен опытом, обмен продукцией. Они все общаются между собой, а это дорогого стоит. Кроме того, бизнесмены могли ознакомиться с услугами банковских и страховых организаций, а также обратиться за консультацией к сотрудникам профильных подразделений районной администрации. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».